Ну, осталось только нам, похоже, дождаться команды судьи. Да, команда была дана, и вот он прием. И вот он прием, не самый ровный, и вперед вырывается третий номер Пылинка и Кристина Курносова. И тут же выравнивает ход Золотая Майя и Рамазан Ханяфиев. Вот первый и третий номера пока отрываются, но отрыв такой весьма-весьма условный. По-моему, немножко впереди Пылинка и Кристина Курносова. Обращает она внимание на бровку, где тоже уверенно идет вперед Золотая Майя под управлением Рамазана Ханяфиева. Чуть-чуть валится, по-моему, ближе к канату Пылинка. Этим воспользуется или нет Золотая Майя? Похоже, все-таки первые и третьи номера идут. Ах, вот сбилась. Сбилась немножко Золотая Майя. Тут же встала на ход. Более ровно идет по дистанции Пылинка. И настигает группу лидеров Мурзилка и Ильяр Рахманов. Нет, все-таки впереди третий номер Пылинка. Сбивается в галоп Мурзилка и Пылинка. Пылинка первый, судя по всему, услышит победный звон колокола.